Всем привет, это канал Реальная Качалка. Был вопрос именно по поводу диспутов. Показываю вам прикол. Вот машинка, о которой я вам ранее говорил уже. Вот показываю, да? Вот фотографии именно. Я прикрепил по возврату. И как я выиграл спор. Сразу показываю, да? Вот смотрите. Сам заказ. Вот этот спор. Вот футболки туда. Вот эта машинка, видите, да? Вот цена ее получается $32, да? Открываю спор. Вот такие данные, то, что я им говорил. Спор ведется, ведется. Он тут реально возмущался очень сильно, видите, да? Сколько идет проблематичных тут моментов. С ним он тут две страницы навозмущался, реально этот кадрик. Там не хотел возвращать деньги, но пришел Алиэкспресс. И тут слушайте дальше. Смотрите самое главное. Решение он мое отклоняет, 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 отклоняет. И дальше Алиэкспресс вмешался и дает два решения. Первое, смотрите внимательно. Только возврат средств 30 баксов. Или возврат товара и денег 31 бакс 99 центов. Это реально Алиэкспресс, вот я вам сейчас показываю внизу, вот идет, я ему написал диспут такой, прикрепил фотографии, Алиэкспресс отменяет мой диспут на возврат, он новый дает диспут о том, что типа только возврат товара и денег. В чем фишка, ребят, если отсылать отсюда товар с Украины, да, то пересылка выйдет дороже, чем сам товар. Не то, что 30 баксов, а все $200 выйдет, 250. Нам нету смысла его отсылать. Поэтому наша задача для того, чтобы товар остался у тебя, и деньги ты получил обратно практически все, да? Тебе надо всегда, всегда, только возврат товара, или точнее, только возврат средств. Запомните это. Только возврат средств. Так вот, слушайте прикол. Мне Алиэкспресс дает два решения. Первое. Только возврат средств, но я теряю 2 бакса. И возврат товара и денег. Полная сумма. Тут самое главное не лохануться. Вот тут в самом верху будет идти две вот этих принять решения. То и то. Я принял только возврат средств. $30. Все. Потерял $2, но зато машинка остается у меня. И бабки полностью вернутся на ту же карточку, откуда я делал оплату. Если это вебмани, на вебмани вернутся доллары. Если это валютная карта банка, вернется на эту карточку. Если это валюта рубли, гривны, вернется по курсу на сегодняшний день. Полностью по новому курсу. То есть, если вы заплатили, например, 300 рублей вернется, а по новому курсу курс выше, то вернется уже 306 рублей, чтобы вы имели в виду. В общем, надеюсь, данный ролик был полезен. Это канал Реальная Качалка. Если есть вопросы по диспутам, по Алиэкспрессу, задавайте смело вопросик, с удовольствием вам отвечу. Все, ставим палец вверх, подписка. Если какие-то вопросики, пишем, 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 не стесняйся. Всех хороших тренировок, хороших покупок и добросовестных, надежных продавцов. Пока-пока-пока, Реальная Качалка.